Привет, мои хорошие. Хочу показать, как я делаю уже подмягшие яблочки. Никогда не выкидываю, а запекаю их в духовке. Ну и вот груши покупали. Они, конечно, хорошие. Их можно еще прекрасно есть. Но я их тоже покажу, как я запекаю в духовочке. Разрезаем грушку. Освобождаем сердцевинки и складываем на поднос. Также яблочки. Все ненужное нам вырезаем. И складываем на подносик. Ничего не должно пропадать в доме. Ну вот у меня столько получилось. Сейчас мы это все уложим красивенько. Теперь мы с вами берем ложку меда. Цинк. Все хорошо перемешиваем. Так, подогрелся мягкий мед стал. И все хорошо смазываем сверху. Яблочки, груши. Все, что у вас имеется. Будет прекрасный, очень прекрасный десерт. Даже чересчур прекрасный. Вот такой десертик у нас будет. Жарятся у меня опять мои сочники. У меня оставалось тесто. И вот сколько совсем малюсюсеньких сочников у меня получилось. Яблочко половинка осталось. И вот яблочки я ставлю тут же. Все в одну эту. В одну духовку. И яблочки еще будут у нас жареные. Или в духовочке будут. И будет очень вкусный десертик. Научилась стряпать сочники. И они, правда, действительно такие вкусные получаются, что я их делаю уже каждый день. Ничего к чаю не покупаю, потому что дети прекрасно едят. И мы едим все. И на работу я девочкам носила. Всем понравилось. Ой, дорогие мои, по-честному скажу. До того объедения и до того быстро делаются вкусно. О, какой последний получился. Вообще, вообще. Сладко-соленый творог. До того вкусный. И вот теперь к чаю я их быстро-быстро-быстро завожу. И быстро-быстро делаю. Рецепт у меня есть под видео. И в видео я пошагово все рассказываю. Поэтому
Смотрите, пробуйте, делайте. Никаких не надо в магазине всяких печенюшек покупать, искусственных и всяких добавок. Тут только творожок, песочное печенье, сметанка. И вот такие печенюшечки у меня получаются. Замечательные. Сейчас еще будут яблочки у нас. И десерт у нас готов. Вот такой десертик у меня получился. А яблочки-то с грушами как пропеклись. Какой запах от корицы и меда. Сейчас будем пробовать. Думаю и прямо уверена, что очень-очень вкусно получилось. Ну что, мои дорогие, вот и десерты уже я начала выдумывать. Так что, чтоб яблочки не пропадали, чтоб творожок не пропадал, чтоб все у нас было нам только на пользу, мои хорошие. Ну а я на этом с вами прощаюсь. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока-пока!